Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео «Вопрос-ответ», потому что вопросов очень много. Итак, первый вопрос из этого громадного списка от Марии Скоробогатовой. У вас на конюшне только твоя мама тренер или есть еще? Если да, то расскажи о них. МСМК, МСКМС. Ребят, я вас умоляю, на моей конюшне только у моей мамы кандидат мастера спорта по выездке. А у всех остальных я даже не знаю, поэтому как бы есть другие тренера, но я считаю, что моя мама самый сильный тренер на нашей конюшне. Следующий вопрос от Алены Фриз. Почему ты такая классная? Я классная? Если да, то спасибо. Следующий вопрос от... Сами все видите. Привет. Привет. В какой программе монтируешь видео? Я монтирую в программе Sony Vegas Pro 12. Следующий вопрос от Лизы Ковальчук. Здрасте. Здорово. Какая была твоя первая игрушечная лошадка? Я точно не помню, но... Не знаю, короче, какой-то большой такой конь. Наверное, плюшевый. Следующий вопрос от Анны Ключниковой. Привет. Привет. Мне очень нравится твое творчество, и я интересуюсь одним. Через какой интервал времени у вас проходят соревнования? Вообще, в принципе, мы можем ездить очень-очень часто и очень-очень редко. То есть мы можем ездить каждую неделю на какой-то старт. Ну, через неделю, я имею в виду. Следующий вопрос от Полины Болдырь. Привки, Ксюша. Привки. А как часто у тебя проходят соревнования, и хотела бы ты продать одну из своих лошадей взамен на выездкового классного коня? А, соревнования я уже отвечала на этот вопрос. А вот про то, что я продам коня на выездкового коня, я не вижу смысла, если можно выездить свою лошадь до уровня выездки, классной выездки, например, ластулю. Но как бы я выездку не очень, но так чисто ради интереса я бы проехала какую-нибудь самую простую езду и успокоилась на этом. Следующий вопрос от Арины Кукушкиной. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о своем музыкальном образовании, где училась, на чем и т.д. Начнем с того, что я учусь в гимназии номер 18 имени Владислава Геннадьевича Соколова. То есть это гуманитарная музыкальная гимназия, и там обязательно со 2 по 8 класс обучение игре на музыкальном инструменте и пение как бы в хоре. Следующий вопрос от Никиты Тартниковой. Привет. Ты занимаешься agility? Привет. Да, я занимаюсь agility у нас в клубе. Если да, то сколько раз ты участвовала в соревнованиях, сколько раз побеждала, с какими собаками? Во-первых, я вам расскажу так. С Женей мы постоянно снимались. Я вообще участвую в всех соревнованиях, которых мне предлагают, с Биглем особенно. И вот с Тиной мы в последнее время начали, ну, более-менее хорошо бежать трассы. И как бы 2 раза мы занимали 3-е место. Следующий вопрос от Маргариты Бондаренко. А ты в Сочи поедешь? А ты меня приглашаешь? Я прошу вас подписаться на мой канал, поставить палец вверх под этим видео. И с вами была Ксения Кузнецова. Всем пока!